один маленький, но очень важный элемент, о котором все почему-то забывают. Вроде бы все о нем знают, но забывают. При нанесении бокового удара локоть и кулак должны быть на одной линии. Так вот, маленьким главным ключом является вот это вот вскидывание локтя. То есть мы не размахиваемся как плетью, мы выводим руку и за счет вскидывания локтя наносим боковой. Неважно, кружкой, горизонтально, именно в этом мы работаем как бы в контуре. Независимо, либо мы бьем снизу, либо предплечье смотрит вверх. Одно и то же движение. Именно здесь мы увеличиваем и силу, и скорость вложения. То есть как бы, да, есть препятствия. Для нагрузки мы можем использовать либо резину, либо подвешенный груз. Опять же, если мы возьмем гантель в руки, мы уже нагрузим предплечье и ментально полностью уйдем туда. Нам нужно сконцентрироваться на действии локтя, на вскидывании локтя. В том числе уже начинает нагружаться средняя дельта, которая и участвует. Сделав с весом, потом то же самое делаем без веса. Одним из вариантов тоже наработки берем либо мячик, либо есть небольшие камни. Мы должны бросить не за счет опрокидывания предплечья, а именно за счет вскидывания локтя. Берем небольшие камушки и начинаем так накидывать. Либо мячик в стену. Поднять. То есть резкое вскидывание локтя, чтобы впоследствии именно это движение у нас и получалось в поединке. Итак, мы поднимаемся как бы по руке и как только достигаем нужного уровня, скидываем локоть. Не закидываем его через сторону, то есть локоть должен встать на место руки. Неважно, даже если мы находимся в клинче, здесь ровно то же самое, мы скидываем. И вот просто как будто здесь у нас стена, которая не дает нам выйти. Если мы говорим про длинный вариант, то есть кросс, ровно то же самое. Мы подкидываем по прямой руку и за счет скидывания локтя наносим удар. Кроме того, можно наносить удары и в другую плоскость, от себя. То есть вот, и мы получаем, делаем хлёст локтем и получаем либо джеб, либо рубящий удар от себя. Но ключевым остается тоже скидывание локтя. То есть мы либо снизу, либо если предплечье смотрит вверх, ровно то же самое. Мы не тратим на сигнал. Другим альтернативным вариантом движения будет движение локтя к себе. То есть, когда мы стоим, локти у нас чуть-чуть разведены в стороны. То есть, опять же, либо предплечье смотрит вверх, либо вниз, не суть. И внутрь. Внутрь. Таким образом, мы получаем возможность нанести мощный апперкот либо в корпус, либо в подбородок, либо совершить защитное сдвигающее действие. Сюда, либо сюда. Так, главное. Вот мы поставили, и движение локтем втыкает лучше. То же самое здесь. Если идет у нас какая-то атака, то мы здесь же, опять же, за счет движения локтя поворота корпуса сбиваем либо сюда, либо рука, опять же, скинулась, и за счет движения локтя внутрь мы защитились. Защитные действия на основе вот этого же бокового. То есть ключик один, вариантов применения много. Если верхний уровень, как и нанося боковой, мы подбиваем руку вверх, либо закрутив чуть больше, как будто мы делаем оверхенд, сбиваем внутрь. Если на нижнем уровне будет наноситься удар, ровно то же самое. Рука подлетает и за счет вскидывания локтя направляем вниз. Либо в варианте оверхенда мы направляем под себя. Но, опять же, нагрузка не на ладонь. Ментально мы идем не на ладонь, локоть. То есть взрывное действие получается за счет локтя.
как вариант комбинации. Локоть вверх, локоть вниз. Мы входим в противника локоть внутрь и сразу скидываем. Либо мы показали удар сбоку, человек перекроется, и мы сразу же можем воткнуть. То есть все комбинации будут совершаться ровно именно движению вбросу, либо движению внутрь локтя стоит уделить больше внимания. Концентрироваться не только на точке приложения, потому что зачастую, думая о кулаке, локоть всегда ниже, и, соответственно, качество удара теряется, в том числе и скорость. Это должно быть четкое, хлесткое, втыкающее действие.